наблюдаю в мире, кто что говорит по поводу ковида. Один, то ли американский, какой-то западный специалист заявил, слушайте, ну если омикрон такой легкий вирус, ну давайте переболеем все, и это будет вакцина для нас. Идеально, вот с моей точки зрения, идеальное предложение. Ну да, наверное, я подхватил этот вирус уже более легкий, потому что я могу сравнить, что было первый раз, что сейчас. Это небо и земля, хотя мне было не очень хорошо, но я не мог не приехать на аэродром, не встретить своих детей. 250 человек, которых я послал в неизведанное, как я сказал. Всякое же могло быть. Я не мог не вручить премии за духовное возрождение, хотя варианты уже были, что я там выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я думаю, ну, обидятся люди, некуда деваться. Рождество Христово, я храмы тогда не закрывал. И был в храме. Ну, а сейчас как не прийти? То есть, был ряд мероприятий, которые без президента быть не могли. Прием на Старый Новый Год, ну, всегда я журналистов, артистов, чиновников, культурных наших деятелей принимал. Ну, как их не уважить, не наградить? Да, было не очень, но я не тестировался, я не ходил там, не лечился. А потом думал, ну, надо попробовать. Коля мне как-то сделал там свой тест, быстрый, экспресс, посмотрел, папа, ты здоровый. Ну, я и рад здоровый. На завтра так не очень я здоровый. Думаю, ну, надо сдать. На 32-м цикле, 32-33. То есть, это уже, считай, переболел, и заразы нет. То есть, уже заразить ты не можешь. Ну, фактически на ногах перенес. Ну, не очень хорошо себя чувствовал, на лыжах бегал. Дрова рубил, занимался, все делал как раньше. Единственное, не играли в хоккей. Сейчас я чувствую себя нормально, голос немного хрипит. Вчера уже тренировались, тренировку хоккейную провели. То есть вот так вот это все прошло. Посоветую не париться. Я уже вам давно говорил с самого первого раза. Наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать, черт знает куда, это беда. А для тебя так вообще не замечай этого. В твоем возрасте это ничто. Я хочу сказать вот этим всем жуликам международным, ну хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже растели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Они уже нас готовят, ввозовцы и прочее, что вот там к лету уже отменят пандемию. Ну, надо уже отменять. Хватит уже, поиздевались над людьми.